Привет, друзья! Предлагаем вам неоднократно проверенный метод избавления от пяточной шпоры за один день. Лечение нужно проводить дробно, начиная с утра. Рецепт. Половинку кирпича нагреть на электрической плитке до 45-50 градусов. Снять с плитки и положить на пол. Поставить ногу так, чтобы пальцы были на полу, а пятка – на кирпиче. Легонько давить болезненным местом на кирпич, сколько можно терпеть боль. Прислушайтесь к своим ощущениям, не давите через силу. Лично я выдерживал минут 10-15. Такую процедуру повторите за день от 10 до 12 раз. Выходит каждый час. Вечером ногу хорошенько попарить. Натереть любым спиртовым раствором, можно обычной водкой. Хорошо укутать и лечь спать. На утро боли нет. Проверено неоднократно. Я придерживаюсь дробного лечения. Стараюсь по мере обходиться без медикаментозного лечения. Я склонен к отложению солей. Сказывается моя работа, целый день стою на ногах. Порою к вечеру так болят колени, что трудно стоять. Половинку кирпича нагреть на электрической плитке. Колени я лечу также дробно, порой превозмогая боль. В выходной день не сижу на месте, а стараюсь каждый час ходить минут 15-20, расшевеливаю соли. Вечером больное колено пропариваю и ложусь спать. Через месяц боли проходят. Пяточная шпора. Народные целители вылечивают пяточную шпору за 2 недели. Рецепт из яблочного уксуса. Кусочек хлопчатобумажной ткани смочить в яблочном уксусе. Уксус не разводить. Обернуть пятку, сверху надеть полиэтиленовый кулек и носок. Хорошо укутать шерстяным шарфом или платком, или надеть шерстяной носок. Процедуру делать перед сном и держать до утра. Вместо кусочка ткани можно смочить в уксусе простые хлопчатобумажные носки, синтетику не применять. Максимальный срок лечения – 2 недели ежедневно. И хотя боли исчезают раньше, лечение продолжать. Делитесь этими полезными рецептами с друзьями и будьте здоровы!